Добрый вечер, уважаемые коллеги. Позвольте представить доклад на тему инфекционное осложнение у пациентов с австралиакцией трансплантата против хозяина. Итак, пару слов о РТПХ, реакции трансплантат против хозяина. Это жизнеугрожающее осложнение после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Оно характеризуется активацией донорских Т-лимфоцитов и повреждением органов и тканей непосредственно реципиента. Острая форма манифестирует в течение 100 дней после трансплантации и преимущественно поражается кожа, печень, желудочно-кишечный тракт. Оценка степени тяжести поражения происходит по классификации Глюксберда 1974 года. Она актуальна и по сей день. Пациенты с острой РТПХ находятся в группе высокого риска осложнений. РТПХ увеличивает частоту инфекции у данных пациентов и тяжесть течения инфекционных осложнений. Тем не менее, количество опубликованных данных на тему инфекционных осложнений у пациентов с острой РТПХ ограничено всего лишь несколькими работами, несмотря на актуальность данной темы. Именно поэтому нашей группе была поставлена цель изучить эпидемиологию инфекционных осложнений и оценить влияние инфекционных осложнений на общую выживаемость пациентов в данной группе. Несколько слов о характеристике пациентов. Это было 65 пациентов после проведенной аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток с 2014 по 2017 год. Стоит отметить, что анализ проводился в течение года после развития острой РТПХ и был цезурирован развитием хронической РТПХ и рецидивом основного заболевания. Что касается степени тяжести, то группы пациентов, как видите на данном слайде, были распределены достаточно равномерно. А что касается органов поражения, то здесь превалировало комбинированное поражение органов. Частота инфекционных осложнений у данной группы составила 69,2%. Относительно структуры превалировало вирусное поражение. Частота вирусных инфекций, в свою очередь, составила 66,2%. Преимущественно происходила реактивация цитомегаловирусной инфекции у данной группы пациентов. Статистически значимыми факторами риска являлся статус цитомегаловируса у пары донор-реципиент до проведенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. На втором месте это бактериальные инфекции. Частота бактериальных инфекций составила 27,7%. Относительно этиологии, то преимущественно бактериальные инфекции были вызваны клебсиелопневмония и псевдомонас аэрогеноза. Локализация бактериальных инфекций, превалировано поражение легких и инфекции кровотока. А статистически значимыми факторами риска являлись степень тяжести поражения острой реакции трансплантата против хозяина, ответ на иммуносупрессивную терапию в течение 28 дней, а также наличие антигемоцитарного глобулина в рамках профилактики реакции трансплантата против хозяина. Что касается инвазивных микозов, они на третьем месте, их частота составила 6,2%, в 100% случаев был диагностирован аспергиллез. Ключевыми факторами риска, статистически достоверными, являлось развитие нейтропении у данной группы пациентов. Что касается влияния инфекции на общую выживаемость, общая двухлетняя выживаемость составила 61,5%, а основными статистически значимыми факторами риска являлись степень тяжести, также острая реакция трансплантата против хозяина и развитие сепсиса в данной группе пациентов. Спасибо за внимание. Хочу поблагодарить коллег нашего института за помощь в сборе и анализе данных. Спасибо за внимание.